Вспомним всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым. Это надо живым. Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо. Ты помнишь, Родина? Тихо сказала: «Вставайте на помощь, Родина!» Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого: я или Родина. Воспитанные на героических подвигах Александра Мастросова, Гастел и многих других, сегодня сами выполняем боевые задачи, рискуем жизнью, защищая мир. Мы достойно продолжаем путь наших дедов и прадедов. Наша многонациональная страна вновь, как более 80 лет назад, сплотилась перед врагом. И как наши прадеды, мы не посрамим дух российского воинства. Враг будет разбит. Победа будет за нами.